Не могу тебя поймать. Слышу, но не вижу. Как-то это странно. Первый раз такое. Реально, походу, у меня кукушка поехала. Да, еще она и улетела, видимо, куда-то. Вот это прикол. Мести застряла. Здорово. Как дела, Мести? Ой, дела нормально, но я что-то не могу никуда идти. Что происходит, не понимаю. Какая срамотень, слушайте. Ну, с голой попой здесь статуя стоит. Что? Мести застряла в полу? Эй, что тут, крыси? Ёшкин, матрёшкин, откуда они здесь? А ну, крыски, шуруйте отсюда. Будут они еще на мою еду зариться. Ух, я вам устрою. Здорово, коты, с вами котенок Лайк, и мы снова пришли к учительнице Мести, которая очень злая и постоянно ставит нам двойки. У нее появились крыски, я кот, и я очень люблю за ними охотиться. Кстати, коты, если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то в вашей школе будут работать только добрые и хорошие учителя. Раз, два, три, молодцы, коты. В общем-то, нам надо найти что-то. Куда мы сможем спрятать этих мышей-крысик, чтобы напугать Мести? Что у нее здесь вообще находится? Плей, играть. Чуть за подушка такая странная. Оу, ничего себе, инструменты. Прикол. У нас, короче, Мести-то оказывается музыкальная училка. Хотя обычно она ведет у нас литературу и русский. Но, видимо, она еще умеет играть. О, отлично, клеточка, коты, супер. Сюда мы будем прятать крысяк. Эх, какая срамотень, слушайте. Ну, с голой попой здесь статуя стоит. Это просто жесть. Мести, походу, вылепила свой идеал мужчины. Здрасте, коктейльчик. Вы нам пригодитесь. Это очень хорошо. Интересно, а мы здесь можем вообще пройти? А, ну мы придем туда, где мы начинали. Короче... Коты, насколько я помню, крысы находятся в подвале. Это, в принципе, логично. Мы в предыдущей серии туда с вами бегали, находили их, но так и не поняли, как нам их собрать. Сейчас вроде у нас есть клетка, и поэтому я надеюсь, они сюда запрыгнут. Хотя, скорее всего, в пустую клетку никто не будет прыгать. Надо туда что-то положить. Вкусненькое. Здорово, крысятины. Ну, здорово. Чё, поесть есть? Не, у меня только клетка. Ну, походу, это не канает. Ладно, коты, побежали, значит, на кухню. Там вроде был сыр. Но это не точно. Опа, мы головой можем прошибать потолок. Прикол. Бывает же такое. Интересно, получается, Мести со своими тарелками постоянно куда-то ходит. То есть она покушает и идет на кухню. Вот это образ жизни, да? Поел... Посидел, поел, посидел, она где? А, нет, она уже в комнате, получается, она ушла с кухни. Так, а где? А, вот сыр. А вот сыр. Здрасте, мистер сыр. Мы, кстати, за ней можем следить. О, как вкусненько. Сейчас налью, попью, поем, и все, будет классно. Да уж, такое себе занятие, не особо веселое Мести. Прыгаем. Прыжочек. О, я что, застрял в кустах? Бывает. Пэм, опять сквозь потолок. Что за безумие? Все, крысы, я принес вам сыр. Вы крысы или мыши? Ешьте. Алло, кушай вкусный сыр. Он, правда, немного зеленый, походу. Просроченный. А, во, смотри. Ну, что-то они не едят. А если мы возьмем и положим? О, какой вкусный сыр! Давай сюда, ням-ням-ням! Отлично, как они смирненько теперь сидят. Все, теперь нам осталось понять, куда нам девать эту клетку. Висли. Что-то вроде типа плиты... Или духовки. Сейчас посмотрим, коты. Смотри, она ест сахар. Что за странная еда? Получается, берет тарелки, ест сахар. Она идет на кухню. По идее, духовка это вот это? Куда? А, вот сюда можем поставить.
Бегите, а то Мести сейчас придет. Все, я понял. Шруем. Отсюда как можно скорее. Она нас заметила? Серьезно? Кстати, двери сквозь пол тоже открываются. А где Мести? Куда она пошла? Там на кухне сюрприз. Заходите. О, все, она пошла. Сейчас будет прикол, коты. Давайте посмотрим. Что? Мести застряла в полу? Эй, что там, Криси? А ну, шуруйте отсюда быстро. Я вам устрою. Хотели прикалываться надо мной. Вот это жесть. Пранк вышел из-под контроля. Вот это да. Хотели Крис мне подсунуть. Но я вам устрою. Взбычка. Получается. Что-то не то мы сделали. Нет, ну по идее все правильно. Мы засунули крыс. А, слушайте, она их заметила. Может быть... Мы не закрыли духовку. Я что-то не помню, как мы все сделали. Просто она шла, и мы по фасту. Все, поставили и убежали. Наверное. Или, может, как-то надо выпустить из клетки. То, что ее надо брать, это точно. Вот эту клетку. И сыр сразу. Нет, ну реально просто ужас. Какой-то статуя стоит здесь. Голяя. Заходим в дверь и бежим сразу куда? Ну, давайте на кухню добежим. Мести там, правда, ходит, и поэтому нам надо через заднюю дверь будет это все сделать. Сейчас, давай. У нас жалко, что нет никакого ускорения. Это печально, коты. Все, Мести как раз сейчас будет уходить с кухоньки, чтобы кушать... Или пить, я не понимаю, зачем ей графин и тарелки. Она будет наливать что-то в тарелки и пить как из блюдца. А вот он сыр. Все, отлично, у нас есть снова мышеловка и сыр. Значит, оу, подожди, у меня что, ХП отнялось? Что это было такое? Жесть, у нас походу энергия кончается. Полное безумие, надо быстрее это все делать. Коты, надо бежать. Мыши, давайте лопайте скорее. Так, в общем-то, мы достаем клетку. В нее кладем сыр. Берем клетку. И кладем клетку. Я говорю, кладем. Все отлично. Наши мышки-крыски забежали. Забираем. Ну и смотрите, коты, наш вариант... Скорее всего, надо закрыть крышку или как-то выпустить крыс. Что там с ними вообще происходит? Подзабыл. Я как раз Мести уже ушла. И это просто отлично. Мы сейчас успеваем все сделать. Этот пранк над злой училкой. Кладем. Так, надо в духовку. Вот сюда. Давайте закроем крышку. Потому что получается, да, они из клетки сразу вылазят. Мы закрываем крышку. Сейчас как раз Мести полопает там что-то. И пойдет сюда. Убегайте, пока Мести вас не нашла. Хорошо, мы убежали. Вот это сейчас будет пранк, конечно. Прикольный. Я надеюсь, если у нас получится. А не как в тот раз Мести застряла. А я здесь не провалюсь? А, я не могу ходить по бассейну. Все, она на кухне. Сейчас что-то будет, коты. Супер пранк. Ну? Эй, что тут, крыси? Ёшкин матрёшкин, откуда они здесь? А ну-ка, слезьте с меня. У-ху! Коты, у нас получился пранк. Сейчас у нас будет следующий уровень. Я даже понятия не имею, что там надо делать, коты. Но мне кажется, это будет прикольно. Так, я такая иду, деловая вся. Ага, телевизорик. О, мой любимый группа выступает. Молодцы, как классно играют. Ой, супер-пупер. Ничего себе. Она у нас увлекается рок-музыкой. Ну да, в принципе. Это неудивительно. Нам надо найти ее инструменты, что ли. Но, в принципе, мы их уже находили. А что я? Я застрял.
А, у меня энергия закончилась, вы серьезно? Ё-моё, а что делать-то? Она у меня, по-моему, ни разу еще не заканчивалась. Не понимаю, что происходит. Может, надо взять какие-то кусачки, чтобы, во-первых, разобраться с инструментами, а во-вторых, энергия. Это получается, она у нас каждый раз, мы вот так будем тормозить. Какой-то плюс есть, может, можно ее получить. У-у-у, за доллари? В общем-то, получили мы энергию, заполнили ее и бежим наверх. Так, слушайте, здесь уже все под капканами. Хотя это странно, это ж новый уровень. Что у нас тут есть? Найдите что-то, что может с ее инструментами сделать. Оу! Да в смысле энергия-то закончилась? Мы же только что выпили. Короче, мы походу сейчас кинемся. Я даже не нашел ничего. Может, надо кусачки взять? Ничего не подкручивается. Жесть, беги, чувак. Походу, нас сейчас поймают. А вон Мисти, кстати. Она застряла. Она забагалась, смотри, ни туда, ни сюда. Я что-то не могу пройти. Направо, налево, направо, налево. Не получается ничего. Это странно. Конечно, странно. Ты, походу, сахара своего переела, Мисти. Поэтому не понимаешь, куда тебе идти. Возможно, что-то кукушка совсем поехала, не знаю, что делать. Ладно, Мисти, я еле ползу, ты там застряла. Что за безумие творится, коты? Это просто какая-то жесть. Она нас вообще поймает или нет? Не могу тебя поймать, слышу, но не вижу. Как-то это странно, первый раз такое. Реально, походу, у меня кукушка поехала. Да, еще она и улетела, видимо, куда-то. Вот это прикол. Мисти застряла. Здорово. Как дела, Мисти? О, дела нормально, но я что-то не могу никуда идти. Что происходит, не понимаю. Шаг на месте. Раз, два, право-влево. Ой, по-моему, я уже совсем старая и ничего не соображаю. Ну что ж, коты, вот на этой веселой ноте мы тогда заканчиваем эту серию, продолжим в другой раз. Пишите подсказочки, комментарии и ставьте лайкосики. Всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.